Не рыбный день, а рыбная неделя. В Ледовом дворце Чебоксар-арены с 14 по 19 сентября выставка камчатской рыбы. Это ежегодное событие, которое с нетерпением ждут и жители, и гости Чувашии, чтобы побаловать себя и родных вкусными и полезными деликатесами. Это особый я покупаю. Зубатка и белорыбица – более 20 видов свежайших дальневосточных деликатесов. Витрина продавливается под весом сочной и аппетитной рыбы. В Чувашии такой, наверное, нигде и не найдешь. Людмила Чердакова каждый год приезжает сюда из Козловки и еще ни разу не упустила шанс побаловать себя любимой копченой чавычей. Каждый год я приезжаю сюда за рыбой. Вкусная очень рыба. Такую рыбу не купишь у нас, в наших краях. Очень вкусная, еще раз повторяю, это полезная очень рыба. Не только вкусная, но и полезная. К осени рыба, как говорится, нагуляла жир. И именно в этот сезон ее отлавливают и подготавливают к продаже. Казалось бы, привезти продукцию из далеких краев – дело долгое. Но на самом деле еще практически позавчера рыба плавала в море, а сегодня утром она уже на прилавке. Наша продукция доставляется самолетами, а потом холодильными машинами. Привозят свежую, вкусную, сочную, жирную рыбу. Как раз в этом жире и содержится большинство витаминов, которые в осенний период так важны для поддержания иммунитета. В этот раз здесь продают и рыбий жир в капсулах, запастись которым можно хоть на год вперед, до следующего приезда выставки. Витамины всякие, это же не просто мясо же. Это поэтому даже раньше, в советское время, помните, каждый четверг рыбный день было. Не рыбный день, а целая рыбная неделя. Выставка будет работать каждый день до 19 сентября с 10 утра до 5 вечера в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Екатерина Никитко, Павел Рядков, Республика.